Сегодня ремонтируем стартер. Вот такой вот стартер с облегченным запуском, эргостартом. Эргостарт, пружина сама целая, возвратная пружина была поломанная. Поломалось у основания. Мы нагрели основание вот этой вот горелочкой и загнули вот такой петелькой. Теперь нам надо все это дело запаковать вот в эту направляющую. Но запаковать так, чтобы потом вот эта петелечка зашла вот в этот вот специальный для нее зацеп. Соответственно, пружинка будет у нас стоять вот так, направляющая вот так. Вот мы должны вот так вот теперь ее сюда внутрь запаковать, то есть как бы вкрутить ее туда. Зацепляем вот так край и заворачиваем его внутрь. Постепенно, не спеша. Теперь берем крышку и внутрь ее сюда вставляем. Вот этот зацеп опускаем в паз. Все. Теперь берем сам стартер, вставляем, берем винт. Закручиваем. Вот. И теперь надо натянуть нам шнур. Подтянем еще на одну. Стартер готов к работе.